Друзья, всем добрейшего воскресного дня. Ну что, выходные, как всегда, пролетают как один миг. И завтра уже на работу. В общем-то, со спиной все нормально, кто смотрел предыдущий ролик. Вроде уже и болеть перестало. В общем-то, отойдем. Что по новостям? Вчера с отцом ездили мы к автомобилю, который, ну, не, даже не скорее всего, а будем забирать. Писали мне в группе, что там за секрет такой. Ну, друзья, честно сказать, никакого секрета там, в принципе, нет. Автомобиль Audi A4 в кузове B6. Но там с ним есть проблема. Продают его мои хорошие знакомые. В общем-то, стоит он уже почти год. И проблема там есть, не можем его запустить, потому что нет замка зажигания. У них когда-то там застрял ключ в замке зажигания. Они по незнанке туда полезли, замок зажигания раздербанили. В общем, на данный момент не могут найти ни замок, ни ключ. И поэтому срабатывает иммобилайзер, и автомобиль запустить напрямую от фишки не получается. То есть стартер гоняет, топливо прокачали, но автомобиль все равно не запускается. Поэтому заказываю завтра в понедельник замок зажигания, ставим, и надо, в общем-то, подкинуть, типа сделать прошивку ключа к мозгам автомобиля. Либо еще был как вариант вообще отключить иммобилайзер, отшить от автомобиля, но почитал там форумы и прочее, пишут, что лучше этого не делать, потому что потом могут быть вообще проблемы по электрике. Сейчас мы едем к родителям. Думал, сегодня ничем не буду заниматься, но сегодня немного у нас потеплело, -1. Вчера было намного холоднее. И сегодня мы с вами будем мыть ценника, потому что он конкретно грязный. Вчера ездил, он был весь белый, потому что вчера мороз был, ну и он весь в соли, короче. Цвет, конечно, сильно не выдает сдалека, что автомобиль грязный, но видите вы, в каком он состоянии, особенно сзади, там, блин, он грязнющий весь. Вот, смотрите. В общем-то, поедем сейчас, помоем автомобильчик. Ну а вы, друзья, конечно, если сталкивались с таким вопросом, что лучше сделать, отшить иммобилайзер, либо ключ прошить под автомобиль, обязательно, конечно же, пишите в комментариях. Ну и я думаю, что в ближайшее время на канале данный автомобиль начнет появляться, и будут по нем отдельные ролики. Но тачка там реально классная, интересная, она именно для меня интересна, как-то вот хочется чего-то новенького попробовать. В общем-то, такие дела. Все, приехал до родителей, будем мыть автомобиль. Он как жарчик стоит. Друзья, что еще хотел у вас спросить. Знаете вы про эту проблему, что у нас постоянно потоком засирается вот этот вот наш треугольник, и обзор зеркала заднего вида ухудшается. Чтобы такого не происходило, клеят вот эти стрелки на лобовое стекло. Если кто покупал эти стрелки, обязательно напишите об опыте эксплуатации, стоит их покупать или не стоит. Потому что что-то я вот думаю, может себе приобрести такие стрелочки, чтобы грязь не попадала на боковые стекла. Здесь-то, в принципе, справа все нормально. Ну, тоже так немного грязно, но не так, как слева. Да, в автомобиле уже грязно. Особенно он, водительский коврик весь засранный. Будем мы сейчас все это дело отмывать. Все, друзья, готово. Начинаем мыть. Водичка готова, смешал горячую с холодной. В общем-то, полетели. И готово. Так, видон, конечно же, намного лучше. Повылазила ржавчина, я уже рассказывал. Вот здесь, в местах ремонта. И здесь, там, где уже вылазила раньше, я уже немного это
подкрашивал. Здесь, бля, как-то что видно было. Вот, краска слезла. И здесь тоже, где песка струится конкретно. Ну, а так, вроде больше нигде. А, нет, подождите, где-то здесь пузырь был. А, вот. Вот здесь еще краска поднялась. Но это еще в том году было. В прошлом. А так, вроде, больше нигде по кузову ничего нету. Смотрите, друзья, какие у нас реагенты. Дышло. Ну, в принципе, позапрошлом году я красил. Соржавело. Но самое интересное, планка и заправочная. А, не, она замерзла. Короче, как вы можете наблюдать, соржавело нахрен. Оставил это в июне месяце. Но самое меня что поразило, какого мне хрена этот чувак не поставил заправочное латуневое. Блин, честно сказать, руки подбивать. Друзья, кто-то из подписчиков спрашивал, какой номер на вот этой крышке двигателя на Гольжаре. И вот ее номерок. Тут и Рено, и Nissan. Кому надо, на паузу поставите, посмотрите. И вот так она внутри обшита полностью поролоном. Ну а так мотор выглядит без нее. В общем-то, и Гольжарчика помыли, соль всю посмывали. Это выехал немножко проехать, чтобы ну, вода ушла с суппорту, там, с дисков тормозных. Небольшое уточнение к ролику по поводу шайбы. Ну, снега пока еще нету, пока я не могу показать ее работу. Но после того, как автомобиль закрываешь, вот эта лампочка, она гаснет. Поэтому, а я там говорил, что она продолжает гореть. Нет, через какое-то время она гаснет. Ну что, друзья, 16:41. Едем домой. В принципе, все, что планировали, все сделали. Машинку помыл, отец помыл Гольжар. Я отца постриг. Ну, вроде все, что было намечено на сегодня, все сделали. Теперь что? Надо заскочить в магазин, кое-что купить. И поедем домой. Будем сегодня отдыхать, потому что завтра нам на работу. Все, всем спасибо большое за просмотр. Всего вам самого наилучшего. И до скорых встреч. Пока.